Доброго времени уток, друзья! В прошлом видео мы создавали простейшие элементы окружения для ваших игр, используя для этого только 3D Max и прям вот такие вот азы. А сегодня будем разбираться уже с ZBrush и создавать некоторые элементы окружения чуть посложнее, то бишь камушки. А если вы еще новичок в ZBrush, то советую вам воспользоваться моим конфигом, который вы можете загрузить вот таким вот способом. Ну а скачать вы его, соответственно, можете по ссылочке в описании. Далее, закрываем Lightbox, будем создавать камушек из сферы. Нажимаем Make Polymesh 3D и левой кнопкой мыши, либо просто пером, вот здесь добавляем сам элемент. Нажимаем Edit, либо горячую клавишу T на клавиатуре, и теперь мы можем его вращать. Сейчас это не особо заметно, но если мы включим пол, то это будет заметно хорошо. А вращать можем на зажатую левую кнопку мыши, либо просто нажав пером. А удерживая Alt и левую кнопку мыши, либо тыкнув пером, мы можем перемещать камеру. А удерживая Ctrl-Alt и правую кнопку мыши, либо специальную кнопку на стилусе планшета, который отвечает за правую кнопку мыши, можем приближаться и отдаляться. Вот, все это продублировано также на вот эти кнопки. Первое время я пользовался ими, да и сейчас частенько тоже пользуюсь. Ну, в принципе, тоже довольно удобно. Какие кисти нам понадобятся? Нам понадобится всего лишь несколько кистей. Первая будет называться Trim Dynamic. Просто нажимаем клавишу T здесь, и она появится вот тут. Либо ее можно открыть сочетанием клавиши B, чтобы открылась сама панелька кистей. Далее нажимаем T, и начинаются все кисти, которые появляются, все кисти, которые начинаются с буквы T. И далее мы видим каждую букву, привязанную к каждой из этих кистей, то есть D. Получается B, T, D. Таким образом можно выбирать все остальные кисти из этого списка. А с помощью этой кисточки мы будем делать вот такие вот прямые вырезы, то есть создавать плоскости. Следующая кисть, которая нам понадобится, находится уже не совсем здесь. Для этого нам надо удерживать Ctrl-Shift. Появится вот такая кисть. А мы сейчас можем с помощью нее прятать какие-то определенные части модельки. И также, удерживая Ctrl-Shift и нажав в свободном месте от модели, опа, все, мы как бы возвращаемся обратно. Вот, нам здесь понадобится именно кисть Clip Curve. Оп. Также зажимаем Ctrl-Shift, и, как видим, здесь у нас появляется градиент. Shift можно отпустить, тогда у нас будет плавненько перемещаться угол, а не фиксированно. И, собственно, та сторона, которая находится под градиентом, тронуто не будет. Будет обрезаться то, что как раз задето градиентом. Оп, все, обрезали. Можно нажать Shift-F, чтобы посмотреть сетку. И, собственно, таким образом мы просто вращаем. Давайте отключим пол. И делаем вот такие вот вырезы. А также, удерживая Ctrl-Shift, и просто отпустив все эти клавиши, то есть я сейчас не отпускаю только левую кнопку мыши, Ctrl-Shift я уже отпустил. Но если я при этом буду держать пробел, я могу еще эту кривую вот так вот перемещать. Но это еще не самое вкусное, потому что, зажав Alt один раз, я получаю точку этой кривой, и мы можем сделать вот такой плавный вырез. Но если я нажму Alt два раза подряд, получится вот такая точка с острым углом. Мечтаешь видеть созданных тобой героев в играх уровня Overwatch? На курсе по стилизованным персонажам от XYZ School ты начнешь свой путь к этому. В этом тебе помогут преподаватели школы, практикующие художники с огромным опытом. Николай Цис работает в ID Software, участвовал в разработке Darksiders 3, работал в Mail.ru, RG Games, Geeks и Dagger Crown. Юрий Порубов участвовал в таких проектах, как Dragon Age Inquisition, Overkill The Walking Dead и Anthem. На курсе ты изучишь все этапы пайплайна разработки стилизованного персонажа. Сделаешь скульпт ZBrush от базовых форм до финальной детализации. Создашь игровую сетку и подготовишь модель к маппингу и бейку. Для брони, органики и оружия есть свои правила текстурирования. С каждым из них ты разберешься на примере модели от преподавателей. А на этапе рига ты узнаешь, как создать базовый скелет для твоей модели.
Студенты XYZ School устраиваются в Spirasoft, Saber, My.com, Digital Forms и другие студии. Обучение начинается 1 февраля 2021 года. После курс перезапускается каждый месяц, и ссылочка на него в описании. Отлично, первый шаг мы уже прошли. А теперь нам нужно эту сеточку немножечко привести в удобный вид для редактирования. Для этого мы воспользуемся сочетаниями клавиш Alt-X, чтобы появилась моя менюшка. Обратите внимание, что горячие клавиши привязаны к английской раскладке. Если вы сейчас находитесь на русской раскладке, то они, скорее всего, работать не будут. По крайней мере, вот эти привязанные. Здесь нам понадобится кнопочка Z-Remesher. Пам. Сейчас у нас 8000 полигонов было, точнее активных точек, стало 5800. Но сетка стала уже намного лучше, нам она подойдет побольше. Теперь нажимаем Ctrl-D, чтобы добавить сюда полигонов, нажимаем несколько раз, вот, в принципе, пока не станет примерно 100 тысяч активных точек. А берем либо Trim Dynamic, он находится у меня также еще здесь, либо кисть Flatten. Она более мягкая в этом плане, а Trim Dynamic, наоборот, вырезает более жесткие края. Также можно взять кисть Move, она находится на горячей клавише 3 в этом конфиге. Также вы можете найти ее сочетанием клавиш M, B. Здесь лучше брать большой размер и вытягивать какую-то одну точку. Но старайтесь не вытягивать слишком сильно, чтобы не потерялась первоначальная форма. Далее вы можете создать дубликат, спрятать первый камушек и сделать из него какой-нибудь другой, просто другой формы. Еще одна маленькая фишечка, вы можете удерживать Alt, чтобы не вычитать, а наоборот наращивать. И потом уже отпускать Alt и как бы вычитать из этого. Таким образом вы будете получать чуть более реалистичную текстуру камня. И по форме он будет тоже смотреться поинтересней. Ну тогда я рекомендую вам прибавить еще полигонов, нажав Ctrl-D. Ускорить этот процесс можно, выбрав здесь спрей. И немножечко пройтись зажатым альтом, чтобы сгенерировать вот эту вот самую неровную поверхность. Теперь возвращаем на фрихенд, либо на dots, но я обычно ставлю на фрихенд. И просто проходимся по всем этим неровностям достаточно крупной кистью. Я все это делаю с очень легким нажимом, потому что если жать очень сильно, оно и вычитаться будет сильно, но где-то притопили, где-то наоборот ослабили. И так будет получаться и интересная форма, и текстурка. Наконец, давайте также продублируем этот камушек, спрячем предыдущий и сделаем из него что-нибудь большое и составное. Для начала я выдавлю все так же кистью Move, немного другую форму. Теперь, удерживая Ctrl, сделаю здесь небольшую маску. За эту маску я не могу выходить, то есть как бы я ни хотел, она всегда будет оставаться практически нетронутой. Это иногда очень полезно. Так вот, теперь мы эту маску инвертируем, удерживая Ctrl, и в свободном месте где-нибудь нажимаем левую кнопку мыши, либо пером планшета. Маска инвертируется.
нажмем W, чтобы появился вот этот гизмо. И теперь мы можем его как-нибудь подвинуть, повернуть. Можем даже увеличить. Чтобы снять маску, мы просто ее создаем, удерживая Ctrl где-нибудь на пустом месте. Вот так. Снова можно немножко пройтись. Далее мы можем взять кисть Dumb Standard. Она у меня находится на клавише 4. Взять размер кисти побольше. А в альфе поставить что-нибудь вот такое квадратное, чтобы профиль был вот такой не совсем гладкий. Интенсивность побольше. И просто подчеркиваем определенные части. Можем даже их как-то разделить или просто рисовать что-то вроде трещин. И опять же пройтись по некоторым местам все тем же Trim Dynamic. С зажатым альтом можно, кстати, заполнять вот эти проемы. Но и это еще не все. Теперь давайте проделаем самое интересное. Удерживая Alt, я нажимаю левой кнопкой мыши на вот эту стрелочку, отпускаю Alt, и теперь удерживая Ctrl, передвигаю. Так, не прокатит. Сначала нам нужно отключить наши уровни. То есть сейчас у нас есть несколько уровней полигонов. Самый маленький уровень, чуть побольше. И, в общем-то, он каждый раз подразделяет каждый полигон на 4. Мы просто нажимаем Del Lower. И теперь можем с ним что-нибудь сделать. Вот так вот, удерживая Ctrl, левую кнопку мыши перетаскиваем, поворачиваем как угодно. В любой момент можно снова, удерживая Alt и левую кнопку мыши, вот здесь нажать. Вот так, теперь снимаем маску, удерживая Ctrl и левой кнопкой мыши где-нибудь в пустом месте. Далее, мы можем взять кисть Move Topological, здесь она находится на клавише 8. И отдельно подправить каждый из этих камушков. Обратите внимание, что обычный move здесь не прокатит, он будет двигать сразу все эти элементы. А move topological будет двигать конкретно тот, который мы выбрали. Это их большое отличие. Также я рекомендую вам периодически нажимать клавишу V, чтобы появлялся такой силуэт. И уже по силуэту вы смотрели, как смотрится ваш камушек. Наконец, нажимаем Alt-X и активируем DynaMesh. Теперь все эти модельки слиты в одну, и Move Topological нам уже не поможет, потому что это все единая цельная модель, по которой я снова буду проходиться все тем же Trim Dynamic, где-то с зажатым альтом, где-то без зажатого альта, и буду формировать такую новую структуру камушка. Я прорабатываю практически каждую сторону, чтобы в самом движке эти камни тоже можно было вертеть по-разному и как бы получать разные силуэты, как будто это совсем разные модели. Это и сэкономит и время, и память, и много чего еще, в принципе. Поэтому советую вам тоже над этим думать заранее. Кстати, если вы скачивали Orb Pack, то сейчас самое время применить несколько его кистей. Нажимаете здесь Load Brush и выбираете нужную вам кисть из архива. А нам понадобится Rock Noise либо Rock Detail. У меня они уже здесь все загружены. А для начала воспользуюсь как раз таки Rock Detail.
А где-то зажимая Alt, где-то без зажатого Alt. А в принципе мы такую поверхность каменистую так уже создали. Вот, главное сильно не переборщить. А в некоторых местах я воспользуюсь как раз таки Rock Noise. И с очень небольшим нажатием пройдусь по некоторым таким местам. Отлично, будем считать, что этот большой камень мы доделали. Как нам все это дело теперь поместить в движок? Для этого сделаем немного магии. Продублируем последний камень. Я покажу на его примере, а с остальными, я думаю, вы уже разберетесь сами, потому что принцип будет абсолютно такой же. А в общем, нам надо сейчас получить лоупольную версию, на которую мы потом запишем хайпольную. Эту пока отключаем. Уменьшаем значение Dynamesh'а. Прям максимально. Давайте на 16. И удерживая Ctrl, создаем пустую маску. Ничего не произошло. Просто тогда маленький незаметный штришок делаем на модели и повторяем. Отлично. Теперь здесь 4000 полигонов, но для движка это все равно очень много. Поэтому что мы делаем? Это воспользуемся Zeremesher'ом пока что на единичке. Посмотрим, что получится. 1200 полигонов – это уже нормально, но в принципе можно даже еще меньше. .462 вообще отлично, посмотрим, как это сработает. А нажимаем Ctrl-D много раз, пока у нас не станет, ну, хотя бы столько полигонов. В принципе, 117 должно было хватить, но на всякий случай пусть будет побольше. Активируем предыдущий вариант. И здесь я бы рекомендовал пройтись кисточкой Move. Включаем Transparent, чтобы он был прозрачный. И просто в некоторых местах подгоняем геометрию так, чтобы она была лучше чуть-чуть больше. Как бы чтобы она перекрывала. Этого вполне достаточно, должно быть. Теперь нажимаем Project и нажимаем Project Tool. Обратите внимание, что вот эти предыдущие камушки, они полностью отключены. Переходим в соло-режим и смотрим, что у нас получилось. А получилось у нас все отлично, есть только очень маленький незначительный косячок. Это вот эта торчащая штука. Мы ее просто с зажатым шифтом вот так вот размываем. Ну и можно еще Trim Dynamic пройтись, как бы текстурки добавить. Смотрим, нет ли еще таких косяков. Если нет, то все прошло вообще отлично. Больше нам предыдущая версия не понадобится. А вот на этой версии у нас уже есть самый большой хайпольный вариант с 400 000 полигонов, даже больше. И лоупольный вариант, который мы можем экспортировать в движок. Мы сохраним оба этих варианта, нажимаем «Экспорт». Я рекомендую сразу писать «High Poly» это или «Low Poly», чтобы нам потом не путаться. «Low Poly». Перетаскиваем ползунок на максимум. И сохраняем сюда же, но уже как «High Poly». Отлично. Дальше мы уже перейдем в Marmoset Toolbag для запекания, но сначала покажу еще один способ, который может пригодиться. Я обычно использую его на вот таких вот маленьких камушках, ну, в принципе, не совсем уж маленьких, по сравнению с этим, например. Мы также его дублируем и будем использовать Decimation Master во вкладке Zipline. Вот он у нас. Нажимаем Preprocess Current. Отлично. И теперь нажимаем Decimate Current. У нас здесь стало значительно меньше полигонов, но если быть точнее, треугольников. Но нам, само собой, нужно еще меньше, поэтому мы прям вот еще сильнее. 10000.
Пробуем. 371 полигон, в принципе, этого должно быть вполне достаточно. И процедура практически такая же. Нажимаем Ctrl-D много раз, пока у нас не станет примерно столько же количества полигонов, как и здесь. Включаем здесь глазик. И также делаем Project All. Отключаем глазик. Теперь мы получаем уже триангулированную модель, то есть движки ее не придется триангулировать. В принципе, тот же Unity и Unreal это делают самостоятельно, но в любом случае, если вам нужны именно треугольники, то этот вариант отлично подойдет. Теперь еще один интересный момент. Перед тем, как запекать на него различные карты, нам нужно сделать развертку. Для всяких мелких объектов, вроде такого камушка, можно использовать автоматический вариант, например, используя плагин UVMaster. Все, unwrap у нас сделан. Можем даже посмотреть, как он выглядит. Правда, сейчас у нас здесь уровни полигонов есть, поэтому он нам не покажет, но мы можем посмотреть это во вкладке UVMap. И вот она у нас есть. Отлично. И теперь мы снова его экспортируем, чтобы у нас уже было с UV-картой. И в принципе то же самое можно сделать и с большим вот этим камнем. Переключиться на самый маленький уровень и сделать ему unwrap. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так. Отлично. На этом с ZBrush'ом мы закончили, и можно переходить в Marmoset Toolbag. Отлично, Marmoset открыт. Теперь давайте импортируем сюда модели. Я нажимаю Ctrl-I, либо можно воспользоваться файл Import Model. Импортируем сюда сразу две модели, High-Polyco и Low-Polyco. Можем их здесь повертеть, посмотреть, что да как. Теперь нам нужно добавить объект, который запечет нам нормали. Для этого воспользуемся бейкером. Сразу смотрим, куда будут сохраняться эти карты. Желательно, чтобы в ту же самую папку, чтобы мы их потом нашли. И, собственно, в каком формате. Пусть будет в PNG. Просто так будет немножечко побыстрее. Но можно оставить и PSD формат, почему бы и нет. Ставим здесь Curvature и Ambient Occlusion. Теперь во вкладочку Low перетаскиваем нашу лоупольную модель, а во вкладочку Height перетаскиваем нашу хайпольную модель. Переключаемся обратно на Baker и нажимаем эту малозаметную кнопочку Bake. Marmoset работает достаточно быстро, и запекает он тоже достаточно быстро. И из всех программ, которые я пробовал из запекания, Marmoset как-то мне понравился больше всего. Хотя вы с тем же успехом могли сделать запекание в ZBrush, в 3D Coat или в самом Substance Painter. Тут уже кому как больше нравится. Так, запекание прошло отлично. Эти объекты нам уже не нужны, которые мы перетащили. А вот это давайте посмотрим, что у нас получилось. Этот пока спрячем. В материал у нас не добавилось никакой карты, поэтому давайте перетащим это все самостоятельно. Вот они у нас сохранились, запеклись, и вроде бы есть небольшие артефактики, но вроде ничего критичного. Перетаскиваем. И вот они у нас, как будто хайполька. Также можно перетащить еще и Ambient Occlusion. Тык. Ну а третья карта нам понадобится уже в самом Substance Painter, когда мы будем красить. Давайте посмотрим вообще на внешний вид. То есть вот они, видны вот эти маленькие косячки. Но это все можно подкрасить в фотошопе. В любом случае мы получили запеченные карты. Но вообще-то, знаете, не хотелось бы научить делать плохо, поэтому давайте сразу это и поправим. Вот как ты не вовремя вырос. Просто перетаскиваем сюда, в Photoshop.
воспользуемся либо штампом, либо лечащей кистью. Самый простой и быстрый вариант, пожалуй, именно вот эта кисть. Просто тыкаем, и как будто бы ничего не было. Вуаля. Просто нажимаем Ctrl-S, чтобы сохранить. И давайте перейдем к остальным картам. Потому что здесь они тоже, эти артефакты есть. Кстати, потянутости, пожалуй, тоже лучше убирать. Но хотя вот они как раз пусть пока остаются. Все-таки это UV-развертка, и если это потянуто здесь, совсем не значит, что это будет потянуто на самой текстуре. Нам главное убирать прям вот эти вот явные, которые выбиваются. Сохраняем. И у нас осталась последняя карта. И с этим, пожалуй, будет сложнее всего. Давайте даже немножко подрисуем обратно. Так, ну вроде бы все. Сохраняем. И теперь переходим в Substance Painter. Итак, нажимаю здесь Close, File, New. Разрешение документа поставим 2К, так как у нас текстурки тоже в 2К. И выбираем сам файл. Нам нужен именно лоу-польный вариант. Поэтому загружаем BigRack лоу-поле. Все, нажимаем ОК. Теперь нам нужно загрузить сюда эти самые карты, которые мы запекли. И у нас, кстати, кверх ногами получился камушек. Ну ладно, это уже ничего страшного. А здесь меня интересует вкладочка Texture Set Settings. И сюда нам нужно загрузить те самые карты, которые мы запекли. Но сначала нам нужно загрузить их в проект. Для этого чуть-чуть здесь приподнимем. И просто их сюда вот так перетащим. Мы импортируем их конкретно в этот проект. И сразу зададим, кто есть кто. Это у нас все будет, по сути, текстурами. Готово. Теперь выбираем ее как нормал карту. Здесь у нас очень хорошо виден шов. Это косяк. Но, возможно, в самом движке его не будет видно. Такое бывает, что в Substance он есть, а в других программах нет. В принципе, посмотрим еще в самом Unity. Это вот, кстати, минус автоматических разверток, которые мы делали в ZBrush, с помощью вот этого UV-мастера. То есть мы могли бы здесь сделать шов внизу, и тогда, если бы шов здесь и был виден, то он был бы виден на дне, и мы бы его, по сути, все равно никак бы не увидели. Но это, опять же, уже детали, и я решил не заморачивать вам голову на первых этих уроках, просто имейте это в виду. Сейчас нам главное получить хоть какой-то законченный результат. Далее выбираем Ambient Occlusion и выбираем ту самую третью Curvature карту. Наконец переходим в материалы. Они у нас вот тут внизу. Materials либо Smart Materials. С помощью Smart Material можно очень быстро покрасить модельку. Можем даже просто здесь в поиске ввести Rock. И Smart Material, походу, нету. А в обычных материалах есть. Не суть, а есть ли Stone? Допустим, давайте попробуем вот этот сапфировый. Просто интересно, что получится. В принципе, смотрится неплохо. Но, пожалуй, нам стоит создать свой собственный материал. Либо немножечко видоизменить этот. Например, для начала перейти на базовый слой. И изменить цвет на серый. Как видите, у нас здесь также нарисовались светлые участки. Их цвет мы тоже можем как-либо изменить. Также мне не нравится, что камень сейчас выглядит слишком блестящим. Так быть не должно. Поэтому на слое Base у нас есть влияние на вот этот ров, то есть на его шероховатость. Мы можем отключить, когда он станет
немного менее блестящим, но все равно это будет не то. А мы просто опустимся ниже и в параметре roughness изменим его ближе к белому. Если он будет совсем черный, он будет как будто бы влажный. То есть весь такой мокрый. А совсем на нуле он будет прям вот матовый-матовый, как будто картонный. Мы сделаем примерно вот 0,7. А металлик сюда можно не добавлять, как бы смысла в этом нету. Но почему бы и нет, чуть-чуть можно. А также пройдитесь по слоям смарт-материала и посмотрите, где еще есть включенный RAW. И посмотрите, насколько он сильно влияет. Вот я думаю, в принципе, такой уровень вполне нормальный. Ну вот, собственно, и все. Теперь нужно экспортировать все эти текстурки и добавить все это дело в движок. Нажимаем Ctrl-Shift-E. Появляются настройки экспорта. Смотрим сразу, куда он будет сохранять. И давайте сохраним все в ту же папочку. Нажимаем экспорт. Готово. Закрываем. И переходим в Unity. Так, ну что ж, момент истины. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть все в этой же сцене. Добавим папочку с камнями. Перетаскиваем сюда большой камень low poly. Опс, не то, вот это. И перетаскиваем сюда все вот эти вот текстурки. А для некоторых шейдеров и материалов в самом Unity эта карта тоже может пригодиться, поэтому на всякий случай ее тоже кидаем. А хейта, в принципе, не буду закидывать, потому что она пустая, то есть в ней нет никакой информации, просто серый цвет. То есть не вижу смысла ее закидывать. То же самое, кстати, касается и металлика. Можно просто сделать похожий цвет. Ну да ладно. Закидываем. И куда-нибудь сюда сейчас поставим. Как раз поставим его в разных позах, так сказать. Но, кстати, здесь пока что шва не видно. Это радует. Теперь переключаемся на этот материал. Вот он у нас. Давайте его отсюда экспортируем. Просто нажимаем экстракт. Так. Все. Теперь он у нас появился здесь. И закидываем сюда сначала нормальку. Fix now. Отлично. И кажется, виден шов. Ладно, сейчас разберемся. Так, в occlusion кидаем саму раскраску. Металлик. Вроде бы ничего не забыли. А единственный момент, он здесь выглядит немного темнее. И также у нас он слишком блестящий, потому что мы не воспользовались той самой картой roughness. Поэтому переключаемся с стандарта, либо на Autodesk Interactive. И здесь мы можем воспользоваться roughness. Так, так, так. Вот так. Но местами он все равно достаточно блестящий. Также можно воспользоваться стандарт Specular Setup. У нас в спекуляре также остановился. Осталась вот эта карта roughness. И просто его так вот воспользуемся. Он как раз и светлее стал. И сохранил матовость. Отлично, я думаю, этого вполне достаточно. И давайте его по-разному теперь здесь подвигаем. Вот они, эти камушки.
Здесь у нас все размыто, ну ладно. Ну, в принципе, я думаю, все понятно, все видно. Шов, конечно же, еще здесь заметен. Если где-нибудь издалека на них смотреть, то это вообще не критично. Или использовать так, чтобы шва не было видно. Вот. Но опять же, это такой просто маленький лайфхак. Лучше все это делать аккуратно и большую часть делать именно вручную. А тогда все эти моментики можно избежать. И делать приятный и качественный контент. А также стоит заметить, что здесь камушки все-таки довольно-таки реалистичной текстуры, особенно на фоне вот этих мультяшных, рисованных, буквально hand-painted травинок и растений. Поэтому как бы сейчас он здесь, конечно, не смотрится. А второй камушек, который я добавил абсолютно по такому же принципу, единственный только момент, я не прогонял его через Substance Painter. Я его сюда загрузил, нашел здесь шов, и, в принципе, подумал, а зачем мне его так же реалистично красить? Я в нем ничего не стал делать, потому что под этот стиль графики нам вполне себе подойдет обычный просто цвет. Давайте экстрактируем материальчик, закинем на него просто нормаль, и закинем на него также Ambient Occlusion. Теперь мы просто изменим цвет. Такой какой-нибудь синеватый. И получим уже стилизованный камушек, который здесь будет ну, гораздо лучше смотреться, гораздо больше он тут будет в тему. Прям вот намного лучше. А это уже больше закос под реалистичный стиль. В принципе, даже, что если нам убрать отсюда эту текстуру, давайте мы ее прямо из материала уберем, вот так вот убираем, и просто оставляем какой-нибудь такой же цвет. Вот так. А у нас здесь еще Specular Map, который тоже влияет на текстурку, и само собой окклюжен. Вот интересно, окклюжен вообще как-то сейчас влияет? Вообще никак не влияет, я понял. А если уберем даже этот, вот. То есть просто оставили нормаль. Вот так. И уже будет смотреться гораздо больше в тему. Так что теперь вы знаете два пути, как можно поступить для реалистичной сцены и для вот такой вот стилизованной. Вот вроде бы и все. Надеюсь, урок оказался для вас полезным, интересным. Если будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях и делитесь этим видео со своими друзьями. С вами, как всегда, был Арталаски. Пока! Смотрите в следующих сериях.